Я говорю, сейчас включу. Шуту говорю, Сергей Сергеевич. И что ты говоришь? Геннадий, кстати, приехал, сейчас. Нет. А я не знаю. Включи, сейчас. Пожалуйста. Сейчас, секунду, не кричи. Да, вот. Я не кричу. Что хочется выпить, и это надо будет для клипа. Я говорю, Сергей Сергеевич, а как ты в Казахстане? Остал нам на троих. В Казахстане стрелял. Ту, как этих называется, что поднимаются вот так? Не тушка. Суслики. А, суслики. Я не слушаю. Суслики. А. Тушканчики, суслики, всякое. И Сергей Сергеевич говорит, подъезжаем на козле, они возле норки вот так встанут все. Угу. Суслики. Он говорит, и Сергеевич усы у него ходят, говорит. А теперь говорит, тихонько-тихонько. Потому что, говорит, тихонько теперь, тихонько. Говорит, чего тихонько-тихонько? Ну, говорит, они едут, машина, суслики услышат машину и сразу в нору падают, потому что они уже знают. Прячутся. Да. И говорит, и нужно попасть суслику в глаз. Я говорю, ну, Сергей Сергеевич. Не, ну он говорил, что он мастер спорта по стрельбе. И он говорит, со 100 метров он. О, мастер по стрельбе? Со 100 метров там и суслика не увидишь, наверное. Mm. Я настал покурить на двоих еще. Оставить? Да. На честь Пасхи. Это пизда. Паш, ну не ругайся, чего не ругайся. Как говорил Шутов Сергей Сергеевич, говорит, а теперь тихонько-тихонько. Это его фраза, Юр. Тихонько-тихонько. Слушай, это мне напоминает анекдот. Ты какой? Как какой? Ну, рассказываешь. Ну, стадо пасется. Паш, подержи. А два быка где-то повыше. Угу. И молодой-то артачится. Старому говорит, слушай, давай победишь бегом сразу и выебем все стадо. Говорит, не спеши, молодой, старый бык. Говорит, сейчас тихонько-тихонько спустимся и переебем все стадо. Не надо спешить, говорит. Тихонько-тихонько. Значит, ты эту фразу тоже раньше знал? Ну, с анекдота. Юрий Федорович. Тихонько-тихонько. Спасибо. Сначала говорит, тихонько-тихонько. Это Геннадий, спасибо. И переебем все стадо. Тихонько-тихонько. А я тоже задумался раньше. Чего вот это самое, в Пасху, накануне Пасха, великий праздник, в деревнях раньше, старухи, как будто вот произойдет какое-то волшебство, а просто попы запрещали трахаться, мясо жрать до Пасхи, правильно? А, да. Вот и пост, бабы пост. Поэтому... Да. Пост. Бабы поэтому суетились они, и поэтому они радовались, что вот... Наконец-то. Понимаешь? А дети думали, какое же волшебство будет, а? Понимаешь мысль? А волшебство простое, да? Геннадий. Сейчас, дайте.